Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И этот короткий ролик о том, что сегодня, 4 февраля, 8-12 минут назад, пришла выплата с проекта Rocket Refresher. Особо радует то, что в это непростое время данный проект от админов еще трех похожих старается выполнять свои обязательства. Да, тут выплаты затягиваются, было по регламенту 3 дня, сейчас это стало дольше, но надо всем нам учитывать, что львиная доля вложений в этот проект была через PayPal, который перестал поддерживать Refresher проекты. Также радует то, что в этом списке я вижу как минимум еще двух своих партнеров. Им тоже пришла сегодня выплата. Так что давайте пожелаем удачи администраторам вот этих 4 проектов. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.